Всем салют, приветствую. У каждого выживальщика должна в хозяйстве быть пила. В моем варианте это штиль МС-180. Почему именно бензопила? Ну, потому что ручные пилы, они не оговариваются, они и так должны находиться. И расскажу небольшую хитрость такую, возможно, кто-то ее уже знает. Нужно пилу заправлять. Для этого мы используем бензин марки 92 и масло в него добавляем. Значит, такая ситуация, что масло нужно добавлять 1 к 50. Ну и здесь указано, что на 5 литров бензина необходимо добавить 100 мл масла. То есть на 1 литр бензина нужно добавить 20 мл масла. Все время заморачиваться с мерочками всякими начинает через какое-то время надоедать. А готовить смесь на 5 литров не всегда нужно вообще, потому что она будет простаивать в домашних условиях, вот, и через какое-то время будет портиться. Хотя немного замечу, у меня простояла, например, смесь 1,5 года, после этого отлично отработала в бензокосе. Итак, что делаю я? Есть такая емкость от ополаскивателя Ленор с крышкой-непроливайкой. Вот этот вот объем, тот, который сейчас здесь от нижней до верхней в серединке, это литр, это ровно литр. И что мы, значит, делаем? Мы открываем крышку не проливайку и добавляем в нее масло. А добавляем в нее масло до тех пор, до внутреннего контура вот этого вот, видите, внутренний контур, по него масло наливаем и на 0,5 миллиметра выше где-то. Ну, то есть там особой роли не сыграет. Вот по контуру налили, это как раз будет 20 миллилитров. После чего мы масло выливаем, закрываем и перемешиваем все это тщательно. Получаем готовую смесь для работы в двух тактниках. Давайте я буду, в общем, заправлять бензопилу и дальше работать. Ну, а на этом все. Такой вот небольшой секретик. Я думаю, многим он может пригодиться и помочь, чтобы, скажем так, быстро и без запар развести масло. Вот есть такая емкость, очень-очень удобная. До скорых встреч. Пока.